На завтрак пшеничная каша на воде пополам с молоком, без соли и сахара, и чашка чая, тоже без сахара. На перекус орешки без соли. На обед кусочек вареной курицы и апельсин. На ужин омлет из 3 яиц с помидором и 3 картошечки. Для омлета с овощами смешала в чашке 2 яйца, ложечку молока, чайную ложечку муки, воды граммулечку и порезала помидорчик. И сейчас пожарю на сковородочке без масла. Омлет сейчас немножко запечется и заверну с 4 сторон краешки к середине. Еще немножко зажарю и переверну. И выключу. Омлет будет готов. Взвешивание. 71 килограмм.